все в порядке, но вот фотометр, это самолетный фотометр. Да. Он вставляется в окно самолета. Угу. Значит, вот это предварительно открывается. Вот он смотрит сюда. Это нейтральный экран. Да. Молочный такой. А что он делает? Измеряет отражение. Значит, отражение от почвы растительности, вот это. Вот он летит на высоте 2 километра. Нет, извините, на высоте 200 метров. 200 метров. А сюда падает солнце, а сюда падает отраженный свет. Вот там по разнице есть такие, значит, пути расчета. Определяется то, что выросло зеленый свет в определенном участке световой волны, показывает величину урожайности вот на площади, скажем, о чем я говорил, 25 квадратных километров.